В республике женщин больше, чем мужчин на 50%. По сравнению с данными всероссийской переписи 2002-го, количество мужчин сократилось на 13%. В основном это связано с высокой преждевременной смертью в трудоспособном возрасте, закрытием производств, сокращением спецконтингента. Такие данные озвучила сегодня руководитель комистата Марина Кудинова. В целом население республики по итогам всероссийской переписи 2010 сократилось на 11,5%. Основная причина – миграция. Кроме того, по всей России наблюдается урбанизация. Сельчане все больше предпочитают жить в городах. Процесс этот начался еще в советские времена. И если вот мы опять посмотрим с вами графичек, то первое было зафиксировано – это переписью 1979 года, когда у нас численность сельского населения начинает падать, а городское – расти. В результате, что зафиксировала нынешняя перепись, что сельское население у нас гораздо больше сократилось. Вот между этими двумя переписями она на 18%, городское чуть меньше, на 10%. Если говорить о национальном составе, то в регионе преобладают русские. Их 65%, коми – 24%. Впрочем, по словам Марины Кудиновой, были случаи, когда люди называли себя землянами, интернационалистами, космополитом, русскими немцами и даже советскими.